На базе школы номер 73 ведет свою работу лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко». В этом году школа получила возможность провести одну лагерную смену. На 15 дней образовательное учреждение меняет статус и переходит в разряд развлекательных и не только. В нашем лагере 75 детей. Ребята обеспечены трехразовым питанием. Направления в нашем лагере разнообразные, но самое главное для нас – это оздоровить наших детей, развить их физически. Ребята каждое утро делают зарядку на улице. Занимаемся очень много у нас спортивных мероприятий проводится. Ребята принимают участие в спортивных викторинах, состязаниях и просто весело проводят время на спортивной площадке. Также следующее обязательное направление – это патриотическое воспитание. Принимают участие вот в празднике, посвященные Дню России, Дню города. Повторяем с ними символы нашей страны, кто может быть герой, как стать героем. Такие проводим беседы. Ну и третье наше оздоровление, как самое главное, чтобы наши детки все вернулись к нам здоровыми, счастливыми, к нам на следующий учебный год полные сил. Поэтому мы говорим ежедневно о безопасности дома, о безопасности на улице, о безопасности на воде и так далее. Все мероприятия в летнем лагере задумываются и проводятся таким образом, чтобы они могли вовлечь абсолютно всех детей, никого не оставляя в стороне. У нас в лагере очень хорошо и весело. Мы ходим по всяким местам города. Допустим, недавно мы ходили в библиотеку Крупской. Здесь мы обычно играем в настольные игры, иногда проводим всякие мероприятия. Там были игры, нам очень понравились, и еще мы ходим на разные мероприятия. Это кино, может быть, например. Мы ходили в спортманеж смотреть всякие разные, соревнования, вот. Вообще тут весело, круто кормят. Этим летом возможность провести время весело и с пользой появилась у ребят из 13 школ города. Некоторые школы планируют провести 2 сезона. За этот период в детских пришкольных лагерях побывают около 1300 школьников. Елена Беляева, Павел Желтиков, Реалединск.